Столичные врачи медицинского центра управления делами президента провели около 20 сложнейших операций в области Абай. Местные власти намерены повышать качество оказания медуслуг в регионе, поэтому заключили меморандум с представителями столичной клиники для обмена опытом. Подробности у наших корреспондентов. Меморандум о сотрудничестве между акиматом области Абай и медицинским центром управления делами президента дает новые возможности развивать сферу здравоохранения в регионе. Местные жители даже за эти 3 дня пребывания столичных врачей в семье получили бесплатные консультации и лечение 30 узких специалистов – нейрохирургов, кардиологов, эпилептологов. Ранее команда уже побывала в 13 регионах страны и провела ряд высокотехнологичных операций. Благодарим больницу управделами президента за более 30 мастер-классов, прочитаны лекции по менеджменту в здравоохранении. После подписания меморандума мы совместно согласуем дорожную карту. Такие выездные сессии – прекрасная возможность для врачей региона получить наработки опытных коллег и применять их уже в собственной практике, отметил руководитель медицинского центра управления делами президента Алексей Цой. Буквально вчера мы посетили пациента, который перенес операцию на сердце, аортокоронарное шунтирование, и с разрезом 2-3 сантиметра. То есть эта уникальная операция стала возможна благодаря совместной работе коллег, семьи и остальных. За 3 дня специалисты центра провели 17 операций, из них 13 уникальные, которые ранее в регионе не практиковали. Врачи буквально спасли жизни пациентам. Кроме того, на консультации к ним смогли попасть около 300 человек, не выезжая за пределы родного города. Талшын Шакыртхан, Медет Умирханов, 24 КИЗ, Семей.